Дорогие друзья, сегодня мы вам дадим шанс выиграть иммунитет. И вы на следующее взвешивание придете с чистой душой. Для этого вам нужно будет просто пройти 3 испытания, и победит сильнейший. Итак, первое упражнение называется стульчик. Мы садимся на стеночки, колени под прямым углом. Победят 3 участника, которые дольше продержатся в этой позе. Чтобы пить в четверг можно было. Пить воду. Пить воду.